17 июля переписка. Можешь набрать меня. Привет, я люблю тебя. Ну, Кенва пишет. Прости меня, вернись домой. Больно мне на душе. Если сможешь простить меня и понять, вернись. Это Нукенова пишет? Я тоже все прощаю тебя. Если можно что-то исправить, я хочу все исправить. Если не сможешь и не веришь, тогда я поживу здесь, пока тебя нет. Не хочу ехать домой, видеть родителей. Соберусь морально, начну работать и сниму квартиру. Я знаю, что это глупо уходить и возвращаться, и просить прощения. Просто я сдаюсь, мне плохо без тебя. Я люблю тебя, очень скучаю и ценю все твои старания. Поэтому хочу начать все заново. По крайней мере, попытаться постараться. Кто знает, вдруг получится и будем счастливы, пишет Нукенова. Семнадцатое июля переписка дальше, пишет Нукенова. Я не хочу остаться одинокой, а полюбить больше не смогу кого-то. Я много раз возвращалась, терпела все, прощала. Ты теперь пойми меня, прости меня, вернись ко мне. И если честно, я уходила, потому что начиталась всего, что нарцисс всегда будет вас обесценивать. За романтичным периодом опять настанет расшатывание. Проанализировав наш брак, я поняла, что все по кругу происходило. Докажи мне, что это не так, что ты можешь любить, быть верным, честным, заботливым. Я докажу тебе, что буду хорошей женой и сделаю тебя самым счастливым. Я не хочу верить этим статьям и этим книгам. Я хочу верить тебе. Хочу оправдать доверие друг друга. Так, это скрин. Это все за 17 июля.